нашем сегодняшнем обзоре еще один домофон тонкой серии Prime Slim от бренда Tantas. Tantas Prime Slim – это видеодомофон с TFT-экраном диагональю 7 дюймов и возможностью подключения двух вызовных панелей и двух аналоговых видеокамер. В данный видеодомофон встроена функция видеорегистратора, которая позволяет записывать видео в определенный промежуток времени или вести запись по движению с одного канала. Корпус Prime Slim из высококачественного пластика белого цвета подойдет под любой интерьер. В комплект поставки входит руководство пользователя и гарантийный талон, видеодомофон Prime Slim с кронштейном для крепления на стену, выносной миниатюрный блок питания, который удобно вмещается в подрозетнике или электрощитке, комплект соединительных проводов, необходимые монтажные элементы для крепления. Prime Slim оснащен 7-дюймовым TFT-экраном, который обладает высокой четкостью и отличной цветопередачей. Разрешение дисплея 800 на 480 точек. Толщина видеодомофона всего 17 мм. Разговор с посетителем осуществляется в режиме громкой связи. К данному видеодомофону возможно подключить до двух вызовных панелей и двух аналоговых видеокамер одновременно, или одну панель и три камеры. Видеодомофон Prime Slim совместим с вызовными панелями, работающими в стандарте PAL или NTSC, а также аналоговыми камерами видеонаблюдения любого производителя. Видеодомофон поддерживает функцию интерком. Домофон можно использовать в качестве фоторамки, когда он находится в режиме ожидания. Еще одной особенностью Prime Slim является возможность оставлять голосовые сообщения для посетителей во время вашего отсутствия. У гостей также будет возможность записать свое ответное голосовое сообщение длительностью до 20 секунд. Встроенный видеорегистратор позволяет вести запись видео во время разговора в формате AV и делать фотографии на карту памяти microSD объемом до 32 ГБ. Запись на встроенный видеорегистратор может вестись также и по движению с одного канала, который определяется пользователем в настройках. Архив записанного видео можно просматривать на видеодомофоне, на который велась запись, или на ПК с microSD карты. На передней панели домофона расположены TFT-экран, индикатор питания и 7 сенсорных кнопок управления. Многофункциональная кнопка камера, которая выполняет функцию входа в экранное меню, вход в папку с изображениями, а также подтверждение ввода. Кнопка влево, вправо, ответ, просмотр, открытие замка и кнопка назад. На нижней грани расположен слот для microSD карты. Слева микрофон. С обратной стороны динамик, разъемы для подключения питания вызовных панелей и камер. Графический интерфейс меню выполнен в современном стиле, напоминающий меню смартфона. Язык меню русский. Управлять настройками видеодомофона удобно и интуитивно понятно при помощи сенсорных кнопок. Доступны следующие установки. Настройка времени сигнала вызова. Расписание громкости вызова в зависимости от времени суток. Установка мелодии звонка, в том числе выбор своей MP3 мелодии, записанной на SD карту. Включение и отключение режима «Не беспокоить», режима прослушивания. Установка количества автоматических снимков при вызове от 1 до 3. Управление подсветкой кнопок. Копирование файлов на SD карту. Настройка необходимых параметров видеорегистратора. Включение и отключение автоответчика. Настройка часов. Установка будильника. Возможность отображения электронных часов в режиме ожидания. Форматирование внутренней и внешней памяти. Смена фонового изображения.
сброс домофона к заводским настройкам, а также смена языка. Установка видеодомофона накладная и выполняется с помощью плоского кронштейна из комплекта. Рекомендуемая высота установки порядка 1,5 метра. Tantas Prime Slim – это ваш выбор, если вы хотите получить функциональный домофон с простой настройкой в стильном тонком корпусе. Будьте в курсе интересных новинок в мире систем безопасности. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.